Привет-привет, дорогие подписчики и зрители, всяко разные из Китая, я вас приветствую на своем канале одноименном. В общем, пришла посылочка вот такая у нас. Ребят, за 14 дней, вы представляете, за 14 дней, в общем, предысторию немножко расскажу. Оценили в $5, 14 дней шла, заплатил я за нее не больше 500 рублей, там что-то до 500 рублей. Вот, и самое интересное, что многим продавцам, а практически каждому продавцу, когда я делаю свой заказ, вы знаете, что можно в графе, когда оформляете весь заказ, там есть оставить сообщение для продавца. Вы можете написать там упакуй получше или какие-то свои там предложения ему написать, или цвет там написать, какой именно вам нужен, чего-то. В общем, там я всегда заполняю, что, ну, как бы предупреждаю продавца, что у меня свой видеоканал, я оставляю ссылку им на свой видеоканал, то есть они смогут зайти и посмотреть, что канал нормальный, в принципе, уже развитый, и надеюсь, что будем развиваться дальше. У нас уже, по-моему, 36 тысяч, по-моему, 36 тысяч, и мы медленно, но уверенно идем вверх. Спасибо вам за все это огромное, спасибо вам, дорогие подписчики. И, в общем, я ему написал, как всегда пишу, что мой товар, ваш товар будет показан на моем канале, и если вы пришлете мне качественный товар и все будет хорошо упаковано, и, в общем, претензий никаких не будет, то это для вас будет большим плюсом, то есть многие люди увидят, что товар качественный и хороший, вот, и у вас больше будет продаж. В общем, на что, на мое удивление, он ответил так заинтересованно, прямо мы с ним попереписывались, поговорили. И он такой: да, да, спасибо, друг, в общем, все, мы вам отправим все быстренько, если посмотрим, вырастут ли у нас продажи, то мы будем с вами сотрудничать каким-то образом, не знаю, ну, может быть, будет присылать что-то на обзоры, какие-то товары, я с ним так попереписывался, что есть такая у меня услуга. Вот. Ну, давайте посмотрим, что же, шапочка. В общем, по отзывам я почитал, продавец вообще шикарный, и на своем опыте я это проверил, то, что он общается хорошо, все так, знаете, нормально, в принципе, по-русски так понимает, несложно, и отвечает довольно-таки внятно. Ну и самое приятное, что пришло за 14 дней. За 14 дней это самое приятное. 2 недели, ребят, 2 недели с Китая шапка у меня. Вот. Просто вчера был в магазине и что-то обратил внимание, висят шапки, вообще ужас, просто такие страшные, по 800 рублей вот такого плана. Ну не такого плана, конечно, но похоже. По 800 рублей. Я был, конечно, немножко рад, что я взял так дешево. Но сейчас посмотрим качество. В общем, смотрим. Она выполнена из, как баллоневая ткань такая. Сейчас чуть подальше, чтобы было вам видно. Смотрим. Фирма Санто. Все тут лейбы. Все на китайском. Размер, в общем, 59-61 сантиметр у него идет. Полирмейт. Ну и тут что-то. Что-то непонятно. В общем, такая вот шапочка. Шапка-ушанка называется. Давайте сейчас эту срежу. Потому что я ее заказал для себя. Вот. Видео вложу сейчас где-нибудь, фотку, как я в ней смотрюсь. Посмотрите. Ну, на вне, ну как, на качество я вам скажу. Я видел там некоторые распаковки тоже таких шапок. Ну, шерсть, не шерсть, а вот эта фигня, короче. Смотрел, и вообще ужасно выглядит. Думаю, неужели мне такая придет? Ну нет, смотрите, здесь такой ворс, ровненький, гладенький, все, ничего не торчит. Так, можно ее делать. Вот так заворачивать. Как-то вот так вот. Ну, в общем, мне прикольно понравился дизайн такой интересный. Да? Как бы русский стиль, там русская зима, такая шапка-ушанка. Ну и, в принципе, теплая, да, зима. Хоть и вы уже, может быть, в курсе, не в курсе, но... Ой, у нас вот 17,4 градуса в новороссийском городе. Сегодня у нас ноябрь месяц, почти середина, да? Вот такая вот зима у нас. Ну что же, вот такая шапка, ушанка, ушки застегиваются здесь. Вот такие вот чик, пластмасски. В общем, и расстегиваются. И есть еще вот такие маленькие ушки. Ну не знаю, для чего это. Не знаю. В общем, внутри такая вот ткань теплая, как не войлок, я не знаю, в общем, такая, ну, теплая шапка будет по-любому. И самое интересное, что она идет
из материала, то есть, ну, не знаю, у кого как, у нас такая зима бывает, что частенько дожди идут или мокрый снег падает. Вот, поэтому очень хорошо, она не будет промокать у вас. Вот. Ну, в принципе, все. Фотосессию сейчас пофоткаюсь вам в конце выложу, можете посмотреть. Ну, качество классное, ребят, честно вам скажу. Выполнено все хорошо, но несмотря на все эти ниточки, все это понятно, это шьется все, это процесс работы. Ну, как смотрите, Санта фирма Санта, все сделано хорошо, классная шапка, мне понравилась. И такая и выглядит красиво, вот сам мех, как видите, он такой так переливается так на свету. В общем, ну, качество прикольно, сделано классно. Сейчас интересно, как она будет на мне смотреться. В конце выложу вам фотки. Ну все, ребятки, смотрите дальше фотки, как я в ней смотрюсь или не смотрюсь, пишите в комментариях. В общем, ссылочку оставлю под видео. Если интересует, заходите. 14 дней, это вообще шикарный, по-моему, шикарный срок. Ну и продавец сам по себе такой, там и отзывы у него, и рейтинг хороший. В общем, ссылочку оставлю под видео на товар. Еще много интересных ссылочек, заходите, посмотрите, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ну все, в принципе, здоровья вам, позитива, удачи по жизни, пока-пока. I really like beauty.